однажды я уйду из соцсетей, и это будет значить все в порядке. И мне не нужно больше новостей, Wi-Fi и висеть на подзарядке. И я не буду знать про Телеграм, не испугаюсь Третью мировую, не прочитаю новых лепрограмм, в комментах ничего не нарифмую. Мне будет абсолютно наплевать на все, что происходит в интернете. А вместо Яндекс.Цены постигать, я буду цен закатов и рассветов. Реальность выйдет на такой этап, что с миром и гармонией достигнем. Единственный, самый главный хайп – без зонтика попасть врасплох под ливнем. Я никогда не сделаю репост ни ливня, ни рассвета, ни заката. Не слать голосовые будет дрозд, из леса будет слать, не из контакта. Забудутся пароли от ВКонтакт, но это огорчением не станет. Все это будет позже, а пока еще немного повешу онлайне.